мы приехали на Staines Bus Station и направляемся в Торп Парк, парк аттракционов. Артур, ты знаешь, куда мы едем? Торп Парк. Джессика, куда мы едем? Скажи, куда едем? Торп Парк. Торп Парк. Артурка, какой номер автобуса нам нужен? 950. Что у тебя там? Вкусное, Артурчик? Блинчик? Да. Джессика, что у тебя вкусное? Покажи. Колбаска? Садитесь. Ну, наконец-то наш автобус приехал. Сейчас все выйдут, и мы поедем в Торп-парк. Привет всем. Мы находимся в Торп-парк в Лондоне. И сейчас мы здесь. Ну что, Джессика, идем в парк аттракционов? Ура! Ха-ха! Поехали! И погодка хорошая выдалась. Акула из мусора, класс, да? Вот так вот. Ценим и уважаем природу. А вот здесь вот, смотри, welcome to tour cabins. Мы будем ночевать в кабинах, Артур. Hotel reception. А надо сюда. Идем в отель, заселяемся. Time to go to the checkout for the hotel. Ну все, мы заселяемся в отель. So we're gonna find our room and hopefully it looks nice. So here we go. Our room number is 222. So let's find it. Джессика, тебе нравится? Да. Что тебе? Ты пойдешь наверх туда? Вау! Ты уверена? Ну-ка попробуй туда залезть. Ты сможешь? Давай. I show you. Look. Так, только кроссовочки надо снять. А, да. Да. Потом. Ну хорошо, мы снимем, снимем. Давай, залезай. Так, и по традиции, что мы прыгаем на кровати. Только аккуратно, чтобы голову свои не разбить. Потому что комната действительно очень маленькая. Это просто каюта, правда? Да. Каюта на, не знаю, катере или где. Да? Ну давай тогда спускайся вниз. Артурка туда пойдет. Давай внизу будешь спать? Да. Да? Я... Джессика, пойдешь вниз? Так, и хочется и колется, смотри. Сейчас будет на лестнице. Трык-тык-тык, трык-тык-тык. Джессика, что скажешь? Смотри, если ты вот это включаешь. Вау! Вау, смотри, как клёво! Да. Ну, есть свои приколы. Ну все чисто, ребята, смотрите, все красиво. Все чисто. Джессика, смотри, я потайное место нашла. А ну-ка, кто туда первый залезет?
Ты поместишься туда? Так, а что у нас дальше? Проходим, смотрим. Что там, что там, что там, что там? Что там? Маленький-маленький туалетик. И маленький-маленький душик. Но зато все есть. Ребята, смотрите, как прикольно. Как прикольно. Все дети лезут. Лезут по кроватям. У каждого свое место. Джессика, тебе здесь нравится? О, у тебя, смотри, даже свет есть. Как классно. Вау, Артур, вообще супер. Папе нравится, папа? Конечно. Твои эмоции покажи, пожалуйста. Папа будет спать. Это моя тоже. Вот это я, Бен. Посмотрите, даже водичка стоит, даже чаек, все, кофеек. Ой, ну мне все нравится. Но самое, конечно, вы знаете, я даже не буду закрывать эту дверь. Я буду ночевать вот так и выходить утром и смотреть на эту красоту прямо с утра. Посмотрите, посмотрите. Мы как на корабле плывем по воде. Красота. Красота. So I will quickly show you our room. So we enter and Dad is watching TV. This is my bed on top of here. This is my bed. That's Jessica's bed. And here's the toilet. Hey, Jessica. Hi, Jessica. So let's enter the toilet. Here's the toilet and here's the tap. Close the door and look. There's the shower. It's really cramped, but it looks really cool. So yeah, that's the toilet. And here's our view. It's really beautiful. We're basically surrounded by water, so that's pretty cool. Ну что, мы идем покупать мороженое. 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 Так, какое мороженое ты хочешь? Куки-до. Куки-до? Да. Так. Нету такого написано. Ну хорошо, бери strawberry cheesecake. Нет. Ну я не знаю. Ну тогда брауни может быть, нет? Ничего нет. Нет, ну я еще не работаю. Идем в парк аттракционов. Ура!
Артур, идем? Ура! Пошли, да. Ура! Новые приключения начинаются. Секси-кай.